Привет, вы попали на канал Hard Reset Info, и в этом видео будет обзор наушников Shokz OpenSwim. Итак, я надеюсь, я правильно произнес название, и теперь мы переходим к самому обзору, точнее распаковке. Так, в первую очередь давайте все-таки посмотрим, что у нас на коробочке. У нас здесь сами наушники, надпись такая прикольная, вмятая, с глянцевым таким покрытием, серебристым, я тоже сказал, здесь написана некоторая информация, но это нас не интересует. Здесь у нас Shokz, логотип их компании. Далее у нас здесь надпись, что это у нас. Что это у нас? MP3-плеер для плавания. Здесь же у нас фотография наших наушников. Надпись, что это у нас черный цвет, и снова же некоторая информация, а именно насчет их водонепроницаемости. У них здесь довольно хороший уровень водонепроницаемости, IP68. Далее у нас показано, сколько у нас работает батарея. Работает она 8 часов. И, собственно, по сути, это все. Но еще из плюсов могу отметить, что здесь есть 2 года гарантии, поэтому, кстати, да, здесь еще тоже об этом написано. Поэтому вы спокойно можете тестить их в воде, с ними ничего не будет. Что же, погнали, давайте их, наконец, распаковывать, секундочку. Это очень странно, прямо очень странно, потому что я вот так делаю. И прям вот чувствую, как внутри что-то вибрирует. Вау. Давайте уже откроем, потому что мне страшно. Вдруг кто-то залетел, не знаю, пчела. Сейчас там летает. Здесь у нас снова логотип Shokz. Разная. А, ну это по сути то же самое, просто вот эту крышечку мы еще не видели. Давайте теперь откроем ее. Так, вот потрясем. Я уже прислушиваюсь, я думаю, может там музыка играет, может они были включены все это время. Просто, возможно, я не первый, кто снимает обзор, кто-то их включил, но не выключил. Открыть, кстати, не так просто эту коробочку. Так, секунду. Итак. Та-дам! Вот сами наушники. Я пытаюсь сейчас понять, что все-таки вибрировало. Секунду. Слушайте, внутри что-то явно вибрирует от ударов, при этом оно под наушниками. Ладно, давайте извлечем, я не знаю, наши наушники, и о них мы еще поговорим, но они очень приятные по ощупу. Далее убираем вот эту вот штучку, мне ее будет проще достать, наверное, вот таким образом. И смотрим, что у нас здесь. Больше ничего не вибрирует, видимо, все-таки были наушники. Давайте достанем эту коробочку странной формы. Ладно, странные наушники, странная коробочка. У нас здесь есть наш серийный номер. Замечательно. А далее. Ага, это все, это дно коробочки. Давайте теперь посмотрим, что у нас здесь. Откроем. Воу. Ребят. Зацените. Честно говоря, я не знал, что будет такой сюрприз, потому что я ждал другого. Тут у нас этот чехол. Я думал, что тут чисто провода будут. Слушайте, в чехле что-то есть. Ну, наверное, как раз провода. Короче, у нас в чехле есть. Во-первых, сам чехол. Он такой, знаете, из замка уже, или из... Я не знаю, но это очень приятно. Это очень приятно по ощущениям, вообще не заляпывается. Логотип здесь, дышащая такая часть. Это круто. Реально круто. OpenSwim. У нас, собственно, мануалы. Да, давайте поговорим, что здесь у нас со знаком warning. То есть что-то важное, полагаю. Давайте откроем. Посмотрим. И снова же это у нас, насколько я знаю, для передачи данных и для зарядки такой вот переходничок. Выглядит он, конечно, достойно. Ну, слушайте, у них прям запаковано все, и вообще, не знаю, комплектация очень достойная, сервис очень достойный. Давайте еще достанем, что у нас внутри. Воу. Воу. Я не понимаю даже, что это, ребят. Но это круто. Я не знаю, честно, что это, но мне нравится.
я не знаю, блин, оно запаковано в специальную формочку. А что это? Ребят, это целый, походу, комплект для плавания. Я не знаю, возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что это типа для... Не, ну да, кстати, походу для ушей. А это для носа. Давайте я даже попробую секунду. А пахнет як? Не, ну пахнет так себе, но, как вы можете понять по звуку, одеть на нос мне это удалось. Слушайте, я удивлен. Ну, типа, это наушники. Этот комплект здесь, ну, не обязан быть в комплекте. Ну, то есть, блин. Я просто слов подобрать не могу. Они просто позаботились об этом. Я в шоке. Самая заботливая компания, ребят. Так, окей, окей. И притом, посмотрите, блин, для всего чехольчики, которыми прям хочется пользоваться, знаете? Ну и, собственно, все. Здесь вся комплектация в таком чехольчике. То есть вы, по сути, идете плавать, хотите подслушать музыку, пока купаетесь, плаваете, берете весь просто вот этот чехольчик с наушниками и со всем остальным, пока наушники помещаются, то естественно, ребят, и идете, блин, это очень круто, реально очень круто. Кстати, все это за 150, по сути, долларов, ребят. Дорого это? Относительно, я вам скажу. Я бы не сказал, что это сильно дорого, потому что... Я бы не сказал, что 150 долларов для такого это прям сильно много. Конечно, есть альтернативы подешевле, но, насколько я знаю, здесь еще и очень крутой звук. Да и вообще качество на самом деле очень крутое. То есть все очень круто. А, я понял, смотрите. Да. То есть оно, ну, то есть оно, блин, оно очень крутое. В общем, давайте насчет самих наушников. По внешнему виду они реально классные. Просто вот эта текстура с белыми точками выглядит круто. Поверхность вся такая матовая, именно мягенькая, приятная. Хотя, по сути, твердая. Но вот именно из-за матового такого ощущения она очень приятная. Далее, как оно сейчас на мне будет сидеть? Давайте попробуем все кнопочки. Ее... А, я их включил уже. Я прям чувствую здесь вибрацию. О, музыка заиграла, я чуть позже послушал. Ребят, но все эти кнопочки, они так приятно нажимаются. Это очень приятные наушники, особенно для плавания. Давайте я сейчас одену их. Вау. Ну, сидят они, ну, типа, мне, естественно, непривычно, естественно. Ну, нормально они сидят. Давайте я даже музыку себе включу, послушаю. Ребят. Я, честно, впервые пользуюсь такими наушниками. Ребят. Это круто. Я сейчас сделал потише. Ну, короче, суть в чем, что я сейчас прекрасно слышу все вокруг, потому что уши у меня не закрыты, ребят. И при этом я слышу и музыку чисто на фоне. Ну, не на фоне, я слышу очень четко. К сожалению, я пока не могу скинуть сюда свою музыку, там послушать какой-то металл, как кого его так слушать. Но, ребят, это удобно. Реально удобно. Я вот сейчас с вами разговариваю, у меня спокойно музыка играет. Блин, это круто, все. Я не знаю, будут ли тесты, потому что я ни разу не пользовался такими плеерами. Но если что, пишите комментарии, если хотите их тесты и так далее. Если вас будет достаточно много, я реально запишу эти тесты. Даже, возможно, закажу новые, если эти уедут. И, ну, то есть попрошу, чтобы заказали. И мы запишем еще тесты, ребят. Но это, правда, крутая штука, я не знаю. Они странные, но прикольные прям. Особенно, я думаю, для плавания. На этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем пока.